5, 4, 3, 2, 1. Дорогие друзья, всем привет, с вами Дэн и Вархаммер. Сегодня у нас последняя битва в нашей рубрике, Киберкотлет. Последняя игра, где уже мы будем полностью на равных, без всяких гандикапов. Best of 5. Я сразу Лешику признаюсь, Лешик, я прежде чем с тобой сейчас пойти в баталию, я сыграл где-то матчи 7 в компетитиве. Ты думаешь, я что не зашел в эту игру заранее? Я вспомнил, как здесь летать, так что все, сейчас будет. Ну все, заходи там за свою команду. Блин, я думал, может назвать какую-нибудь тебе команду Peace of Steam. Ну подумал, ладно, нет. Ну шо, погнали нахуй. Блять, ебать, я кривой. Ладно. Я кривой по жизни. Хотя ладно. Ненавижу я, блин. Я вообще в компетитиве, когда тренировался, тоже ненавидел это, блин, потому что я никак подстроиться под них никак не мог. Так, ладно. Счет открыли. Возьмем буст, чтоб оно было. Блять, сейчас залетит. Я пытался понять, может остановится все-таки, нет. Отлично. А у меня задний не получается, я вот не могу сработать. Видишь, как еду хорошо? А, как прям, вообще. Задняя, так это же кнопка тормоза, задняя тоже. Да блин, я задний ход забываю. Так, ну отлично, 30 секунд матча прошло, а уже счет. ВДА. О, фак щит, годдэм. Фокап. Происходит. Протитни. Блять. Блять, я ненавижу эти двойные прыжки. Ну в этот раз залетит. Футболист. О, блять. Один забить нахуй не может, блять. Верниковой ситуации. Ой, блять. Второй отбиться не может. Отбить не может нормально. Ну пошел, все, блять, замес. А чё ты думаешь, что буду как раньше мы с тобой играли, ты выигрываешь, а я в нулину скатываю? О! Опа! 2-2! Уже интересней. Ладно, надо собраться, все. Тут он комбачить начинает. Это в планы не входило. Блять. Подстроился на двое. Блять, ты. Я твой нагружу, постоянно нажимаю. Так. Это не так. Да, так, да, все нормально. Ну для тебя да, для меня нет. Блять, ладно, окей. Fair enough. Фух, ладно, в этот раз не зафакапал. Иди в жепу. Блять. Yes! Fuck you. Блять. Блин, я мяч не закатил, самое забавное. Ты просто его засейвил так удачно, я по нему хотел только уже жарить. Опять этот волшебный баунс, блин, сейчас еще дает. По-моему, я чем ты. Не, я специально подождал, пока он упадет. Ты ходи бы с ним. Так, первый пошел. Ладно. Ладно, ну совсем, ну не совсем, конечно, без надёга.ру. Поехали. Оп. Не получилось отвести угрозу. Первый пошёл. Да опять этот волшебный баунс, иди в зал. Просто. Волшебный отскок, блин. Как-то, блядь, не то. Ты где оно? Блин, где кликлейтед там был? Фак. Ладно. What? Фак. Не удалось его перекинуть немножечко. О, как он защищает, как он защищает свои ворота. Блять, как я, блять, криво бью, как я криво бью. Все, Дэн сосредоточился, замолчал. Сосредоточен, вточен, как прям на эфке. Понял, что бесполезно толкаться сзади. Ну да, даже я торможу. А какой смысл, блядь, если у меня буста нет?
Так, у нас двоих нет буста. Это ты отдал? Однако неплохо идем, скажу я. ОПДН сразу же оборонительную стойку принял. А, и тут же пропустил. Это не помогло. Ай, спасибо. Нормально. Благодарю. Поддел в попу, только еще и забил сам. Твою работу сделал. Хороший удар. Так, оп, снова. Естественная подача будет сейчас. Оба. Какой смысл вот это оборонить? Фигня, блядь, какая-то. На самом деле я возлагал большие надежды на Rocket League, что тут у нас будет какая-то борьба. Ну что-то пока что все идет. Ну давай так, 6 игр не дают, блядь, преимущество мне. Так. О, что? Зашибись, спасибо. Не знаю, как у меня сбор, хотя бы забить просто. Ой, блядь. Ну вот и гол. Блядь, ага, гол. Ладно, блядь. Shit happens sometimes, you know. Ну, обидно, что промахиваюсь-то мимо мяча. Я слышал звуки. Да, слышал звуки. Сколько не поставил, 14. Ладно, впереди еще 3. Дорогие зрители, мне, конечно, обидно, что так заканчивается 14, но поймите... Если бы я играл бы 4 года назад, это было бы еще хуже. Here we go! О, у меня опять этот баг ебаный. Ладно, хуй с ним, ты можешь пока успеть забить. Или нет. Пиля, не долетел. Пить. Ладно. Забил, все, задачу минимум выполнили. Теперь можно питаться сливать дальше. Ай, блин, промазал. Так, сок. Счет сравняли. Понимаю. Отлично. И побе... О, спасибо. Спасибо. Фак. Бля. Он остановил, но не отбил. Чтобы его. Ладно. Так, о, Дэн защищает сразу. О, ты смотри, отбил, отбил. Я вратарские навыки еще кое-как тренировал. Демолишн! Мне сейчас ни хера не поможет! А нет, нет, возможно, есть шанс! Есть шанс, отлично! Почему 14-0? А что, хочешь, сейчас быстро оформим? Блять, я тебя сейчас оформлю. Поехали. Попенцы, не хочешь пенделя? Иди в жопу от твоих ворот! Иди в жопу от твоих ворот! Эпиксель! Ух, этот сейвер на Дэне. Как же он... Забивай! Да, у меня ощущение, что мы иногда играем в командный, блядь, режим, а не всем на один. Отличный пазл. Что ты понимал, эпичный сейв был после этого. Давай, забивай. Ай-яй-яй-яй-яй, ладно. Fair enough, так сказать. Ай, я затормозил, но оп, я понял, что не успею подъехать. Тупо поддел вовремя этот мячик. Оба. О, хуяк. И все. Фуук. Ладно. Ладно, третий забью. Ну, смотри, еще 5 голов осталось сыграть. А теперь за 3 секунды. Да, за 3 секунды. Это я должен каждую миллисекунду забивать. Ну что, поздравляю вас, по чам, так сказать. Ну что, вы определились, кто будет у нас первым открывать кейс. Не, ну конечно, я ожидал другого немного исхода, я думал, что все будет проще в формуле ИСКС, на этом мы закончим. Да, в итоге закончилось тем, что в формуле-то я тебя победил, а вот в Rocket League, которая, по идее, более-менее равная игра была, я понял, что... Не, я, конечно, мог бы выбрать FIFA и вообще бы тебя раскатать в нулину.
Ну, только не у тебя, не у меня нет фифы. Да, и да, вот есть другая проблема. Я, конечно, мог бы там нефтяного магната поиграть и в итоге те игры купить, но... Ладно, ну шо, у нас определилось тут. Определилось у нас. Победитель данной битвы у нас Алексей, он же и Вархаммер, поздравляем его. Виртуальные аплодисменты. Не переживайте. С вами был Дэн и... Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте, что каждый комментарий для нас важен. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на Donation Alerts есть внизу в описании. Также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, там выходят все анонсы и новости нашей группы. Всем до скорой встречи и увидимся в следующих видеороликах. Всем пока. Давайте. Пока.